Привет, друзья, продолжаем все магазин этот рыть. Пока еще ничего не нашли, но все копаем тут. А? Веники банные. Подметалино. Лёха, давай вот здесь копай. Что-то получается. Надо посвети или как? Эти можешь. Что тут такое? Видишь? А. Капонир. Лопатой капонира. А как? Что я выкопал что-то? Да. Глубже не раз копнуть и все, больше ничего не надо, скряба нет. Видишь, сигнал такой не очень. Ходи. Ходи, говорю. Да. Здесь вот. Это не стоит. Сторонку разбивайте. Гвоздь черных полос. А? Гвоздь черных полос. Все черные. Может гвоздь, может монета золотая. Хрипит. Здесь вот что-то. Здесь стало, да? Крепил, да? Крепил, значит, не то. Давай дальше, пойдем. Где ты там выкопал? Мышку убрать там. Вот. Гвозди. Да. Пола. Вот
Где стопа Микара, ты сюда есть? Где? Да, да, да. Ну, что такое? Тряпка ставишь? Может, ее сюда завернуть? Ее ничего не завернуто. Подожди, стой. Повымыли. Ложи. Леха,
Смотри здесь, а? Копну? Ну, копни. Рядышком еще кинь. Как крот весь периметр уже выдернул оттуда. Да, Леха? Вот под порогом там дверь была, да? Ну, вот там надо хорошенько подключить. О, ребята, мольборка. Ха-ха-ха. Мольборка. Или мольборку раньше кто-то. Ходи, смотри тут. Такое. Сигнальчик тут, смотри. О, проволока, ну-ка, забирай.
покажу, посмотри, вот там 100 пудов монет. Есть? Да, да, да. Сюда, на меня выбросит землю. Банка это, да? Банка это, да, нет. Фильтр. Фильтр, вернее, машины. Вот здесь вот копани. Вот это вот место, да, да. Вот сюда его. Опа. Нету ничего визуально. Ай, опять эти жопки. В пачке, посмотри, нету ничего там. Обычно монеты, извини. Давай, копани здесь. Это место. Вот так. Да. Место. Ага. Вот она. Херня. Сестрорезки рубили, ребята. Вот это да. Еще один сестрорезкий рубль. А пошел. Подоконники есть в магазине? Нет. Эти окна все сняты, подоконники, да? Сама рама. Рама есть? Угу. Вот эти подоконники все щели, посмотри, рукой там прятали. Сами щели пихали. Видишь, подоконники? Вот здесь вот, да, вот там, посмотри, не торчит монет. В самих подоконниках. Да не там. Ну, блядь, чем это? Просто фонариком туда посвети в щель. Нету так нету. Что ты там ищешь-то? Там одни стекла. Ну и что будет? Чем тебе стекла-то? Да, друзья, зачем нам стекла?
Еще нашел? 10 рублей 92-го. Куда запиханы были? Вон. Ага. Ну, друзья, уже находочка есть на 10 рублей 92-го года, да? Отлично. Второй год. Магнитная. Ладненько. Ходочка есть у нас уже. Какая-то, да? Визуально я там копейку нашел 90-го. Тоже там же где-то. В том месте я не искал. Чё, Лёха, там? Чё там у тебя? Золота нету? Лёха, если золото найдёт, не признается, он скажет, нету ничего, сам... 5 сольдов карманно. Да, Лёха? Ты золото найдешь, признаешься? Лёха, иди здесь, копани. Продуктовый магазин. Или все, что от него осталось. Ты пойдем там, копанем еще, Леха, надо ехать. Что там, женил? Ну? Thank you.
тут вот. Вот такой сигнал. Вот такой похож на гвоздь. Ну-ка сюда. Ну-ка, ну-ка, поковырни. Ржавь какая-то. Вот так вот, да? О, да. Ну, друзья, по кругу прошлись тут, по всему периметру, на там посмотрели. Здесь вот посмотрели, все по краям прошлись, но магазина ни черта тут нету, кроме нашли 1 копейку 90-го года и 10 рублей 92-го года. Так что так вот. Наша машина стоит там. Ну ладненько, друзья, давайте до новых встреч. Леха, улыбнись на прощание. Леха с Будуна не улыбается, да, Леха? Ну ладненько, пока. Счастья вам, здоровья, детям здоровья. До новых встреч.